Система очищения. Подожди, давай шаманов раскидаем, блядь. Да? Ну, нормально будет. Так, нам сюда среза. Вайда сюда. Вара сюда. Этого сюда. Этого сюда. Этого сюда. В каждой пати есть по шаману. Там даже два. Все там шаманы ТТМ очищения закиньте обязательно. Блин, мне кулака не дадут. Облом. Да пусть кричит на АП, он не перебьет. Ну, у нас есть бес, так что, в принципе. Ну, пусть 10% ему даст этот... 10-минутный кулак. По срезу. Что? Кому? Срезу. Да, да, да. Чё, шаман, я не сказал? Локты раньше, да? Пуляй, алло. Я... Заряжай. Эх. Как? Угу. Как? Быстрее БР ему. На меня похуй, столовку БРте. Быстрее, срочно. Я кайчу как могу, блядь. Вставай, вставай, вставай. Никто не дал БР. Найди, на тебя БР от суфа висит, не задрачивай. Кэдэшка, вставай. Ну, Дима, что там у тебя? Тебе уже нечаянно дали БР. Быстро захилили его, выбежал туда на череп. Охуеть, кричали. Зачем на череп? Я сейчас это, надо было дам оставаться. Ну, последняя била по кресту, блядь. Закрой глаза. Ну, как уложите, я нихуя не повесил. Да падаем. Встал за луну, а луна ёбнула, луну правее надо поставить. Да как, в смысле? А нет, она чётко стояла. Она чётко стояла, я не пойму нихуя, я стоял сбоку, меня не убило, его вшатало, блядь. Вон, Тёма бегает по меткам, все метки. Не, метки все нормально, метки все стоят чётко, там какая-то хуйня, ты, наверное, прыгнул или я хуй его знаю. Не-не-не, я маленько назад и чуть-чуть совсем левее. Чёма, не бей уже, нахуй. Метки прям чётко стоят. Целое его захуяло, блядь. Вон там давай, сзади есть. Вот смотрите, четкие метки стоят просто идеально. Ну, сука, отбеги лучше в стену, лучше, блядь, встал бы, блядь, вставалкой порезал. Нам же, блядь, сейчас оббегать тут, блядь, миллиард к нахуй километров. Ну давай я вот встану, я не это. Разрезывай, да, да, людей. Да. Главное лока. Убили. Лока какого-то резнуть, если что, чтоб, блядь, засумонить. Сейчас я, подождите, груди подниму. Блять, а шаман лежит хуй знает где, его, блядь, достанет ресом, блядь. Шаман, говорю, блядь, лок. Он у босса лежит. Да я вижу. А чё там где лок? Выйдет, а, ну, да? потом лока, давай пробуй нас порезать. Лока, если что, с той стороны обойдешь, попробуешь поднять, со стороны квадрата. Не-не-не, с другой стороны. Вот так нормально. Остаёшь? А, нет. Да-да. Ну, все четко. Такой Хейган что-то на тебя смотрит, смотри. Он хочет харчу поймать сейчас. Дай ему свертухи по уху, блядь. Сейчас я ему... Отходи туда аккуратно, блядь. И резайте всех, кто может резать. Да вон этот шкаф досуманьнуть всех, и все. Царился. Хорош, блядь, хорош, блядь. СС на себя, дай быстрее лок. И к стене отойди далеко. Получится СС, нет? Сука. Все нормально, блядь. Не просто так смотрел на среза, блядь, значит. А как я тут оказался, нахуй? Мне кажется, он обиделся, когда я в него плюнул. Я присумонил тебя, Хейган, блядь. А.
Не, ну в принципе, работоспособность сервера меня радует. Как раз хочется десятку отдать за то, чтобы тебя разбанили. Ну что, да, Инар? Суф, да, Инар, блядь. Саня, ты подал бы десяточку за такие дела? Ну, конечно. Это пиздец. Забились в угол, Хейген сагрился, пол рейда присумонилось, какого-то хуй, класс. Тыкните шкаф. А куда лапдан сделся этот? Ну если он не вернется, Егор там сейчас походу зайдет. Я зайду. Егор писал, что он уедет, в три вернется, блядь, ну хуй знает. Что значит у котика лапки? Ляпки, блядь. Ну вставайте, шашлыки ебаные. Нечаянно, подъем. Сука, я сейчас пинать тебя буду, вставай, блядь. Вставай, шашлык, блядь. Так, кого надо сумон, пишите. Нечаянно. Тебе нормально? Нормально. Вставай, шашлык. Дайте ассист по сумону. Лабданс пишет ща, типа, чё ща, блядь. Это когда ещё было? 17.47. А чё там в литературе? Ещё одного приста нам не хватает. Лабдан тут? Нет. Лапа. Воду нету. Ну вон что, хау литературе там кто-нибудь. Зайдите. Хау литературе, Егор, кто там желающий присутствует. Чё хау? Давайте зайдем. Согласен, я тоже сегодня психанул. 10 боев сыграл, один раз выиграл, пизду. Я утром в одно сыграл, блядь, ебало сломал челом, и... Все, блядь. Кого там покоряюсь? Хама Витова. Любимого босса. Так, что тут по меткам? Метку ставим или между метками? Тебе-то, ну, метки. Метки. Да, по перебежке на метку становишься. Давайте бафы раздавайте, выключите аспект. Фласочки там перепейте. Покушай рыбку. А вы сока потом пойдем? КД закрыто. Ну типа можно попробовать, если наберется у кого нет КД, но я отводил их в субботу. Артём. Да я, блядь, у меня тут пиздец с кнопками, нахуй. Я все настраивал. Кстати, лапку, сидел. Лапку дроида дайте. В СМ можно сходить. Лапку дроида. Бля, я был по спеке. Ну ебаный город. Я. Ебать, красиво, блядь. Дуб. Ты
пятой партии два шамана, четвертый ни одного, яд висит постоянно просто. Фиг пока с ним жалит. У меня висит яд. Давай я поснимаю. Куда ты его ведешь, блядь? Все в челе. А, да, что ты это? Запутался. Быстрее прохиливаемся. Побежали. Да как? Да как, блядь? Ну тут убить надо просто. Что ты? Да что ты? Череп надо поближе чуть-чуть подкатить. Четыре, блядь. Все только нормально, блядь. Я же бег показывал всем. Все, и, блядь. Те, кто бегать умеет, у них все получается. Бэр, есть живые? Нечаянно нужно... Есть. Так ему нужно суфа бэрить. А суф плюс бэрить. Ну, кодеж, наверное, да? Нечаянно? У суфа ну, сейчас откатится. У меня 3 секунды, так, 2, 1, все. Нечаянно, если есть бэр, не суфа. А суф кого-нибудь, типа, верзивого? Ну, кого да. Бэрить, говорите быстрее. Велзевул Хантер. Второй пати Хантер. Это чей Хантер? Асмодей. Эй, Асмодей. Задолбал яд висеть. Еще раз бегать придется. Придет. Сейчас бахнет и побежим в череп. Я сейчас кому... Такой же звук, такой... Тань, ну ты понимаешь, с кем ты смерть могла делать, да? Я бы сейчас... Мне понравился этот звук. Главное, это Надя живая, самое главное. Надя, орюкай. Надя забита, блядь. Подар... Бать, ваш... А, чё, кого? 10 секунд каз, блядь. Нормально. Край до кусты, блядь. Все, ребят, ГЦ. Все лучше. Второй килл, блядь, топовой гильдии, блядь. Хейгана. Хей. О, тридечка. Бля, я бы взял. Защита, уклонение, меткость. Тебе надо такое, блядь, столовка? Так у меня же этот токен. Выпал. Токенов скин нужен. Не, выпал токен. Я понял, но я думаю, может тебе это, а она без сокета, это хуйня, да? Скиньте ДПС, это у меня все забагалось нахуй. Взяли, испугали, говорит, тринички, я уже подумал. Та самая? Нет. Это говно. Я долбил нахуй. Че мне пишет, что мне ДПС, блять, 5.3? Это какая-то хуйня, пацаны, не согласен. 6.8 у тебя. Меня вот такой показывает.
Ну, все правильно. Так у тебя рекаунт, а мне details, типа, они по-разному считают. Ну, 6 и 8. Разрезывайте всех, дайте мазбавчики, там стаминку, лабку. Там уже возле босса добавимся. Столовка, поехали, время теряем. Да, Егор, если что, мы тебя доберем, хорошо. Милики, хуярим, блядь, червяков, РДД, глазики, резко. Кельбиков, нахуй, ебашь. Заебись, сделал релоуд, на теперь кнопки не нажимаются. Заработало. И убегайте с мобами в Долоран, подходите сюда под танк. Шо, мы одним паком станем, нахуй, чтоб сразу споры лутали все. Можно, ну, да. Так. Это просто сам, ну, самопрофитно, блядь. Ставьте карася, кто там умирал, жрите рыбу быстрее. И бафайте, кому что не хватает. Там каску, кулак, МП5, дживс стоит. Кому надо, починитесь, купите ригов там. И огурчики, да, завезите, пожалуйста. Под водочку запотевшую. По ДБМ пулу муки, а то я буду банку на броню пить. Окей. Чтоб мне потом еще раз ее выпить. Огурцы все взяли? На пулы все в столовку. Столовка ловит первый. Все в крест стоим. Заряжай, Димон. Встаньте ближе. Ханты могут стрелять оттуда. Да. Зумар, заряжай. Можно еще одну спору поймать и делать. Заряжай. Веру. Зумар. Я тебе ангела скинул.
Там ДЦ заходит, дайте иннер ДЦ, суф и ДЦ иннер, да? Винду завели ДЦ. Это Вилена? Да, Вилена. Да где спора нахуй, сука? Если что-то Т могу я вот. Ранг. Максим, Келени, сейчас скажу, дашь гин на ХП. Я скажу. Столовка, если откатилась, давай. Кастуй, кастуй гин на ХП. Заряжай зумар, если есть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Огурцы едим, наверное, да, на следующий? На следующий. Вилена, есть гимн на ХП? Это Алиса, да? Сдавала, да, есть. Ой, в смысле сдавала, да, это она. У меня Макс, есть. Макс, а у тебя? Есть. Давай, кастуй. Рано. Нормально. Стой, сейчас огурцы прихаваем. Сейчас огурцы будем, да. Да я бы на самом деле так бы захилил. Угу. Там и захилил. Едим. Давай. Да мы вас так поднимаем. Мерзость, го. Кошек. О, Ваньку. О, Ваньку как раз. Что надо. Итог. Сколько сюда ходил, сапоги эти хуй видел, блядь. Хорошая намутика сапожки, блядь. Так, куда идем? Мерзость? Да. По бикрам сайна около почти 4%. Ну хуй знает, мне кажется, с костей там будет интереснее. Десяточку и держал, 9,7, да. Это за кого? За тебя. А. Ты у меня 9,7. Ну, в принципе, все нормально на дамаже. Кроме он, там какого-то шамана 4,500. Нет, холод здесь был ни разу не давал.
Ну, то не, не получается у него, блядь. Надо тебе микрофон новый, блядь. У меня? Да. Ну кто сейчас говорит? Не я. В смысле, я хотел спросить, какой у меня, давайте посмотрю. У тебя? Сейчас скажу. 5,7 DPS. Да, 5,7. А у меня, ну, у меня 200 почти. Чуть больше. У тебя 7,2. Ну, это как повезло со спорами. Ну да, да, тут ситуативно по спорам. Вот на этом боссе давайте DPS. Вот спора, блин, попалась, и там чуть больше DPS выдал, и все, больше не попадалось, это ошибись. Зумар, только не вздумай тут танчить. Квест на лоскутика там у всех есть. А чё бы тут не потанчить, нормально? Тебя и шотнет сразу же, нахуй. Почему? Ну, в смысле, ну, это второй танк не надо. Это, спекайтесь. Спекайся, да. Блядь, тут не нужен второй танк. Давайте только быстрее это делать, потому что он уже идет сюда. Все на пулы хуярим в Абу-Даби. Саня, власть, стань так. Власть, стань так, чтоб, блядь, ты стоял красиво. Недалеко и не близко. 3, 2, 1. Бля. Встал в Абу-Даби все на пулы. Арчи, под ним зачем ты делал? Поднимите Арчи. Су, дай БР Арчи. Все в Абу-Даби. Баф Арчи дайте. Давай, Саня, да без этих баф. Я же привык с ними. Ты там мана лишки зарегенил. Мораль, напуливай в столовку. Мы втроем по триксу, нормально будет. Если есть, Димон, закинь. А я ж кидал с пулей. А, все, хорошо. Я хочу попробовать СПДН собрать. Говорят, в принципе, мощная тема. Будешь так же, как вот этот босс лупить, но. Ну, меня по классике. Ну, попозже это шмата наберу на СПД. Я надеюсь, шамана сейчас тотем очищения ставить не будут на следующем боссе. И уберем тотем от природы. Че, наверное, из следующего я в соло потанчить смогу, не? Не. Не стоит. Пусть лучше таскает слизняки. Вообще, в принципе, можешь соло попробовать. Нас его соло танчит. Прошлой гильде. Ну чё мы без Еры били? Она только откатилась недавно. 3 минуты на начале было. Да-да-да. Никита, что там такое? Я хуй знает, я просто упал и всё, понял. Я автоатаку дал. Сказал, отдыхай. В смысле, а за что он меня уебал? Я, может, слизнюк сзади задел, не? А, нет, не может. Удар ненависти, лоскутик.
Че, новую способность подвезли? А да. Есть такой. У, сука, я сильный, блядь. А вы ровно нахуй дали вообще, тюрьму. Я там с пула, блядь, этот... Не выезжал, потому что, блядь, на пулы вся хуйня. В принципе, норм. О, грудя, это тебе шея нужна такая, блядь? Да, можно, мне хуёвая шея. Груди, блядь. Может, тебе лучше с этого отдать? С Апфа? 26-й сокетом. Ну да, мы тебе этот отдадим. Давайте вот лучше ту отдадим. Не вопрос, Саня. Я только за. Столука, давай этот... Отводи их туда, к входу. Саша, он спускает? Меня. Я отойду минут на 5-10. Давай. Отводите его. Очищение только не ставь. Что за и выделся один, блять, хуйня. Все, столовка, стой тут. Отдай просто, если никому не нужен в обмене Абу-Даби, он тебе снимет ГП. Что, может мы покурим 3 минуты, там 4, блядь? Можно этот столик поставить, а то у меня уже нет. Я поссать сходил бы тоже. Давайте 3 минуты покурим, я пока тоже быстро отскочу, блядь, поссу. И Арчи как раз придет.
Ребя, вы чё тут начинаете вот это? Зачем вы ролите, если вам не надо? Давайте повнимательнее. Перерыв кончился, тишина так. Ну что, давай, нету. Сколько с нами этот лабденс прошел боссов? Никто не помнит. Никто не помнит. Мне кажется, а, двух. На Хайгане он пропал. То на Хайгане он вроде пропал, не? Угу. То есть это военка 3. Еще этот 4. 4 босса. Нотик. Давайте завязывайте там уже. Одного Кирилла нету, похуй. Давайте все в центр встаем. Танки на исходе. Так, я тут. Иди пуляй боссом. Блять, пиздец, позвони, написали в чате, блять, на работу, нахуй. Тревогу объявляют, ебать. Я, короче, уже спешу, нахуй, блядь. В смысле, все вызывают? Да, ну, я, ну, мне на работу на 6:30 вообще, типа, блядь. Но написали, что собираемся в 6 с тревожными сумками, строимся, ну, короче, вся хуйня. Ну, типа, на полчаса раньше, блядь. Ну, у меня сейчас только без 10:03, поэтому, блядь, как бы время еще есть. Такая себе тревога. Она мне нахуй не нужна, эта тревога, блин. Понимаю, только был стыд. Тотем очищения все, блядь, шамана уберите. Да. Держу. Да, предыдущего оратора. Да. Ебаните герой, блядь. Блин, 6 шаманов, я не думал, что мне потребуется. Я просто убегал там скидывать себя этот. Я. Шаман, лутай. Протягивай шаман, дальше. Ты, блядь. Протягивай дальше. Еще. Смещайте все, чтобы вы ставили под 180 градусов. От сил природы можно поставить. Угу. Стоит. Не достают, переставьте. До миллизона не достают. Протягивай еще. Смещайтесь все.
Дальше, дальше. Я говорю же, дальше. ДД, подбегайте поближе, босс сейчас вас зажмёт. Ну туда, к стенке. А ты дальше к стенке убегай. С боссом. Проходите, не стойте между лыжами уже. Чем там стоите? Они растут, пробегай. Солок, а по диагонали вот так его веди. Вот туда, типа, под лестницу. Близко-близко стоите. Лица. О, посох, красиво, блядь. На трансмут, ебать, он охуенный, блядь. Нет. Хаскрит грудак, блядь. Грудя, это тебе, что ли, блядь? Посмотри, что у меня хаст. Ну, можно, да, мне, кстати. Че, нечаянно пусть берет на медведя? Если ему надо, наверное, пусть берет. Я пизданул себе сам, ну, сам нужен. С броней вся хуйня. Серьезно, уступишь груди, наверное, грудак? Сань, бля, он мне постольку, потому что у меня с этого идет он. Ну, то допускай серьезно. Я написал мейнспек, типа. Не, я нахила возьму. Да, ну, мне если брать, то лучше с этого. А лучше вообще с ульды, блядь. До ульды еще груди не доросли. Доросли уже, на. Забанили эти. Чисто перерос свой размер. Тёмыч, братан, лифчик пора сменить. Я, сука, ник сменю. Меня не доебывали. Нихуя. Нихуя. Да. А чё не груди? Хуя, сегодня, по-моему, у нас какой-то праздник на работе, блядь, или что, ебать, 11 машин дали. И нихуя себе, да всех бандитов нахуй переловим сегодня, блядь. Так там же это, выходные, блядь, там с 1 по 11. Причем давай, без... давай, 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 ждем видюшки. А, вот такие? Давай, да. Хорош, блядь, пацаны, завезем. У меня напарник сегодня нормальный, блядь. Ладно, не шутить про его отсутствие волос на голове, то он обижается, блядь. Анты, кто водить может? Поставьте плюсы. Нормально, море плюсов. Да, пошлите, я еще умру. Давай попробую, я, правда, на энхи не водил еще. Но не думай, что это проблема. Ставишь тотем, да, откидаешь этот шок. Проблема, шок долго откатывается. Да, не успеешь. Волшебник умеет водить, нет? Волшебник есть в распе? Да вообще не, ребят, пусть водят, блядь. Там 4 фонта, только луж можно сделать. Хорош. Нихуя умеет, все, блядь. Я говорю, давайте, блядь. Короче, смекалку ставим на босса, все ханты и Саня, ты и водите, блядь, и все. Сейчас я спекнусь, поставьте шкаф. А что там умеет? Ты просто от мобов бегаешь, кайтишь. А там дамажить не надо. Не надо будет. Ты просто катишь мобов.